Бобруйском районе завершили хлебную страду. Сейчас стоит задача убрать кукурузу на силос для скота. План заготовки 112 тысяч тонн, затем и на зерно – 2750 гектаров. Если погода будет благоволить, можно браться и за урожай гречки. Внимание аграриев направлено также на подготовку почвы и подсев озимых культур. В этом году хотят увеличить площадь ячменя. РЖД в два раза увеличили количество вагонов в поезде «Ласточка». Это связано с высоким спросом на маршруте Москва-Минск. Состав курсирует ежедневно. Пассажирам доступны три класса обслуживания – бизнес, эконом и базовый. Всего предусмотрено 349 мест. Напомним, первый рейс был отправлен 30 апреля. Привиться от COVID-19 теперь можно в столичных вузах и общежитиях. Новые пункты открылись совместно с 33-й городской студенческой поликлиникой. Как и в учреждении здравоохранения, пациента сначала осмотрит врач, опросит о состоянии здоровья и попросит заполнить анкету. Процедура доступна в том числе иностранным учащимся. В Олимпиаде по финансовой грамотности теперь могут принять участие все желающие, вне зависимости от класса. В 2021-м конкурс пройдет в 4 этапа – городской в сентябре, районный тур 15 октября, областной 19 ноября. Финал запланирован на 10 декабря. К слову, испытания проводятся в Беларуси ежегодно с 2014-го. За это время свои знания проверили порядка 114 тысяч учащихся. В прошлом году более 20. Организаторы – Национальный банк и Министерство образования. Белорусские разведчики взяли золото полярной звезды на Арми-2021. Соревнования среди спецназовцев проходили на полигоне «Брестский». Конкурировали между собой участники из 9 стран. Вторую степень пьедестала разделили Узбекистан и Россия. Бронза досталась Китаю.